Здравствуйте, дорогие ученики! Начинаем урок русского языка, второй класс. Седьмой урок, тема урока «Играю, общаюсь, развиваюсь». Раздел «Все обо мне». Цель урока – ты сможешь отвечать на вопросы, составлять высказывания из 3-4 предложений, правильно писать слова с сочетаниями «жиши», «чаша», «чушу». Упражнение номер 1. Прочитай название казахских национальных игр. Байге – конные скачки. Тенге алу – достань узелки с монетой с земли. Коня останавливать нельзя. Коня останавливать нельзя. Хан алши – выбивание асыков. Атбакл – наездники. Утермек – поднимига. Такия тастамак, тюбетейка, невидимка, алтабакан, качели. Казахша крес, казахская борьба. Казахские национальные игры, байге, тигиалу, ханалши, атбакал, кутюрмек, такия тастамак, алтабакан, казахша крес. Какие игры ты видел, знаешь, какие игры с друзьями? Расскажи на родном языке о своей любимой игре. Мне нравится игра «Байги и Алтыбакан». Напиши в тетради название игр, которые тебе нравятся. Упражнение номер 2. Рассмотри картинку. Как ты думаешь, о чем она рассказывает? Используй вопросы-помощники. Я думаю, картинка рассказывает о празднике на Жайлау, где проходят спортивные соревнования. Где проходят игры и состязания? Опиши это место. Игры и состязания проходят на Жайлау. Вокруг красивые горы, зеленая трава, ясное небо и чистый воздух. На Жайлау стоит юрта, а рядом ребята соревнуются в различные национальные игры. Как называется игра, в которой играют мальчики? Мальчики играют в игру, которая называется ханалша. Упражнение номер 3. Прочитай слова. Подумай, какой ты, и напиши в тетради. Я сильный, смелый, веселый и упрямый. Упражнение номер 4. Прочитай, о чем этот текст. На Жайлау. У Савле на Жайлау есть друг, рыжий жеребенок Жирен. У него пушистая грива и беленький живот. Савле кормит и поет Жирена, а жена любит на Жайлау озеро. Там он ловит щуку и лёша. Жанат любит угощать Аже и Сауле ухи. Этот текст о том, чем занимается Сауле и Жанат на Жайлау. Чем занимается на Жайлау Сауле и Жанат? Сауле кормит и поет своего рыжего друга Жирена. А Жанат любит ловить щуку и лёша назад на озере. Выпиши из текста 2-3 слова, в которых есть сочетание жиши, чаша, чушу. Рыжий живот щука. Упражнение номер 5. Вспомни правила и закончи его. Сочетание жиши пиши только с буквой И. Сочетание чаша писать нужно с буквой А. Сочетание чушу пиши только с буквой У. Упражнение номер 6. Выскажи свое мнение. Как ты думаешь, помогают ли казахские национальные игры укреплять здоровье, развивать память, общаться с друзьями? Казахские национальные игры, несомненно, помогают укреплять здоровье, развивать память и общаться с друзьями, потому что все игры активны, дети соревнуются и таким образом тренируют свои способности и заводят новых друзей. Ребята, урок окончен, до свидания.